Алиса, не надо это. Типа фотка на пол, ну, фотка. Мы потом во дворе с малыми. Сейчас, еще, еще, еще. Давай, давай вот так, давай вот так. Здесь. А, здесь, кстати, чаечка живет, кстати, высиживает яйца. А, ну, прикрытие она есть. Не растоптали людей? Лиза там исполняла. Не, вообще очень классно. Так, а где профессионалы? Что-то не вижу никого. Вамос, чека! На душе садимся? Садимся. Так, все готовы, да? Поехали вовнутрь. Правая, левая, динамично. Поближе ставьте воздух. Поменяли руку, не меняя ноги, еще три раза другую сделали. Cuatro. Cinco. Отлично. До пяти знаю. Cinco, five. Шесть. Five, шесть. Низом первый. Делаем низом. Оп! Машина не укорачивает движение. По теории, вы сегодня смотрели Аргентину. Когда мяч на нашей половине, мы начинаем атаку, чем может покушать? От идеи выход, зигзаг через нападающих, пошли. Включаем линию нападения, пошли точно так же, разворачиваем. Игра идет, мяч на бровку попал. У вас первая мысль – подготовить площадку для перехвата и противодействия удара после фланговой доставки. Напряжение. И поэтому пришли, спина, а руки – да, здесь. И вот не нужен подрыв, мне надо моментально, чтобы мышца включалась. Без всяких пауз. Получается, я раз – и вот у меня выход. Вот эти все знаменитые сейвы готовы. Низко сели, вверх не успели. На прямые стали вообще ничего не успели. И вот нейтральная. Нейтральная, да. Мы на... Иногда просто площадь нужна. А иногда придется вообще вот так, как в гамболе, сыграть. Да, 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 крутится. Хорош. Оп. Готово. Пошли. Все, не ходи выше, иначе. Попробовали, поехали. Быстрые ножки, переключения лицом, спиной, разворот, передача, хорошо, быстрее передачки. Оп, да, побежали. И вторые девчата начинают. Хорошо. Так, сделать так, чтобы было по два человека, здесь по три. Приготовились, вторые девчата. Максимально быстро здесь. И спринт. Делать два раза и уходим.
Покажите мастер-класс. Давай, быстрый ножки. Я о таком я мастер-классе мечтал. Лиза, я сломал оборудование. Быстрее, сын! Даем адреса, мы опять этим стадом бегаем. Крали мне отдаем. Право, шу! Вылезаем оттуда, хорош медель. Лево. Развернуть, дайте адрес в центре, здорово. Ой, запуталась, сохраняй! Шире. Выскакиваю в зону. Но я не очень техничный. Вот мне мяч отдают. А в это время с мячом у меня должны быть все точки, все адреса. У нас, Маш, медель, подожди, кстати. Вот. И получается вот такая ситуация. То есть мяч катится, и у меня три человека сразу все. А у меня техника плохая, и он все равно наш. И когда вот тогда начинается как бы вот действие вот эти хорошие. На замедленную съемочку там снять. Вратарь, давай вратарь.